Ой, музычка пошла, а тут же гулей наш. Воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Начинает штырить. Я не могу отцепить. Можно вернуть? Вот. У нас еще музычка начинает такая играть, знаете, отцепить. Все, Че у нас с вазом? А, всем здорово! С вами, как обычно, мистер Сафари. Сегодня мы поиграем с Пинтарес и опять будем обозревать мод на карте Полигон. Этот мод придется обозревать на карте именно Полигон, потому что, как я понял, он не хочет запускаться в сетевой игре, ну, по крайней мере, у нас пока что не удалось, поэтому я его решил обозреть в одиночной. Окей, это у нас кран, Ман Титан кран, так и называется. В принципе, мод не новый, но в мастерскую его добавили достаточно недавно. И, смотрите, даже шевелится этот крюк, это же круто. Блин, фига себе опасно, чуть стекло нам не разбил. Камера у нас нифига не от первого лица, а от первого кардана, можно сказать. Окей. Давайте тогда протестим сейчас наш кран. И потом, видите, стоит рядом ВАЗ, его протестим и поднимем краном, потому что за кран можно цеплять за крюк. Поднимем наш ВАЗ этот. Это будет как по мне круто, реально. Поэтому ладно, давайте проедемся на нем. Так, аккуратненько. Проверка подвесочки, опять же. Без нее никуда. Так. Окей. Аккуратно. Так, ну он уже не так же легко, как наш предыдущий питомец, хотел сказать. Предыдущий грузовик проходит это испытание также налегке. Нет, не скажу я, что он налегке проходит. У него передачи аж это, ну, переключаются. Ну, короче, да, четырехколесная база дает о себе знать, и каждую кочку он конкретно так чувствует. А вы представьте, что будет там с каким-нибудь ВАЗом или с какой-нибудь легковой тачкой. Мне кажется, они вообще тут засядут. Особенно если у них нету полного привода. Так, нырнули немножко, получили урон. Так, где у него уровень-то воды? Покуда у него вода-то там опасная. Блин. Вода-то и кончилась глубоко, ладно. А, ну вот, сейчас нырнули. Ну, в принципе, где-то, наверное, посередину кабины он ныряет, и там у него как раз-таки уже начинает тонуть. Окей. Так, по песочку он. Фига себе, кстати, смотрите, как он песок сильно давит, офигеть. Оп, вот эти кочки он все чувствует, офигеть как. Блин, давай. Быстренько. Смотрите, он реально тяжелый, этот кран. Он вроде кажется, да, полегче, чем у нас предыдущая машинка была на тесте. Но нифига он не легче. Вы смотрите, как он давит просто грязь. Это жесть. А что, если я сейчас ему выключу все? Он сможет вообще? Мне кажется, никуда он не сдвинется, в принципе. Ну да. А на дифференциале? Ну, о, ползет, ребят, ползет. Смотрите-ка. На заднем приводе немножечко ползет. Давай. Хорошо, что ему сделали, что у него и передняя колесная база, и вторая поворачиваются. Поворачиваются. Это неплохо. Это удобно, он хотя бы поворотливый становится. Что если бы только передний поворачивали, блин, ему бы не хватало поворачиваемости. Ну, скажу, ползет, в принципе, для крана. Он нормально ползет. Ему скорости, в принципе, так как он кран, ему скорость особо не нужна. И поэтому он очень медленно, но ползет. Главное, что он ползет в эту горку, а не стоит на месте, потому что я много вил модов, которые... Ох, фига, он продавливает. Смотрите, он не грязь как бы делает, но он, я же говорю, он реально тяжелый. То есть он грязь нам не сделал, он тупо продавил вот эту землю, просто продавил. И колею оставил. Вон он едет и давит ее, то есть... А, нет, вот сейчас копнул до грязи. А до этого просто колею оставлял, фига себе. Вот так вот 10 машинок тяжелых пропускать по этой горке, и все, мы... Ох ты, фига. И мы не сможем заехать ни хрена.
Окей, давайте... Сколько он сможет разогнаться здесь? Такая дорога более-менее. Титан, блин. Так, кран главное, чтобы нам... Стоп, а эти значки титана, они так и были разве? Или это мы уже ушатались? Или их намочили, они такие стали? Или испачкали? Вроде они были полностью все черные, не знаю. Так, давайте-ка протестим вот здесь вот проездик по водичке и вот ту лужу, как он преодолеет. Так, о, фига, зацепили дверь, он аж это, аж дверь чуть не отломалась. Офигеть. Окей. Также я вижу, что у него есть ножки опорные, ну, в принципе, это логично, это же кран. Поэтому, когда будем поднимать наш ВАЗ, обязательно их все выдвинем. Так. Ну, выглядит, если честно, вот моделька выглядит неплохо, неплохо. Мог бы поярче желтый цвет сделать, потому что он какой-то темный. Или это на улице так темно, я не знаю. Но мог бы сделать чуть-чуть поярче мод. Потому что как-то он тускловатый, у него такой желтый цвет. И не праздничный. Вот как диски мог бы сделать. Диски нормально, вот как, даже оранжевого какого-то у него цвета диски. А здесь такой тускло какой-то желтоватый цвет. Не очень. Можно было бы сделать поярче. Так, поворачиваем здесь. Проверяется подвеска. Ну, так себе подвесочка. Так, давайте не будем попадать по колее нашей той машинки. Если она сохранилась, конечно, я просто не помню, сохраняется здесь колея другой машины на предыдущем тесте. Я что-то сломал, и у нас нету следов почему-то. Максимальная детализация, максимальная. Странно. Почему-то у нас нету грязи, ребят. Это. Итак, ребят, я перезашел в игру, и теперь у нас грязь должна нормально так. Все должно прогибаться, грязь должна появляться. Ну, вроде да, теперь. Да-да-да, все. Грязь теперь нормально работает, как она и должна это делать. Так, о, нарво, теперь колея есть, отлично. Так, кстати, зашел, погодка изменилась, солнечная стала, этого я и ждал, но мотал-мотал тогда время, не получалось. Теперь перезашел в игру, и сразу же погодка поменялась. Круто. Так, вот у нас, да, грязюка. В принципе, мы по ней проезжали, но вот вы увидели сейчас, как он зашел поворотом. Не буду еще раз всю проезжать, это будет трата времени, потому что еще я потестить должен вас. Ладу должен потестить еще. И потом поднять и показать вам. Наверное, сейчас покажу вам функции нашего крана, что он может. Так, давай. Колейность мешает. Окей. О-о-о. 52 урона, офигеть. Давай. Так, давайте посмотрим, что же у нас может кран. Так, блин, побили фару ему. Окей, какая-то палка, что ли, застряла. Так, R, что это у нас? Даже не знаю, что это у нас. Серьезно, непонятно, что это у нас. Open cabin door. Так, это дверь в кабине открывается, окно в кабине, левая дверь, окно. Ой, странно, оно так выходит, прям в дверь. Так. Ага, а, вон, правая дверь открывается. Вот, смотрите, правая дверь. Это я выдвинул опоры. Так вот. И можем их поставить. Ну, думаю, раз мы выдвинулись, давайте сейчас заодно стрелу направим к нашему вазу. И зацепим его. Блин. Так вот. Ага. Так, стопэ, подожди. Я стрелой не сделал управление. Думаю, что-то не поднимается. Ой, музычка пошла от Жигулей наш. Воу. Тихо. Тихо. Начинает штырить.
Я не могу отцепить. Можно вернуть? Вот. У нас еще музычка начинает такая играть, знаете, отцепить. Все, Че у нас с вазом? Жесть, ребят, это жесть. Все, ладно, давайте выйдем. Да иди нафиг своей музыкой. Да блин. Вот почему нельзя отключить... Вот что... Почему нельзя отключить музыку? Вот это тупо сделали, серьезно. Можно менять все, но радио я что-то не вижу, чтобы отключить. Russian Vodka. Вас фуил. Я тогда сделаю потише просто саму игру, потому что сейчас играет. Small Repair Kit, Tow Bar. А, это сзади. Вас Boot. Так, давайте отъедем. А, у нас заглохший двигатель. Окей. Так, что у нас диски какие-то не очень. Горохи. Не, лучше давайте, типа мы колхоз полный вот такой возьмем. Вас такси лицензия. Не, у нас уже такой вот стиль. Прицепик не будем устанавливать. Вас фуил тоже не будем, наверное. И это тоже не очень. Так, давайте. Теперь можем поехать. Звук, кстати, ничего необычного, но звука и не слышно машины за музыкой, которая играет в салоне, поэтому извините. Вот, блин, могли бы тише сделать, вот зачем, вот тут они слишком громко. Или сделали бы какую-нибудь функцию, что, знаете, отключить-включить радио, а то заходишь на этой машине в игру, и у тебя музыка играет в ней, а отключить ее нельзя, но это серьезно тупо. Кстати, смотрите, гоняет она по зачету, реально, смотрите, как гоняет классно, четко. Вау, реально классно. Так, репар кит у нас пустой. Сюда давайте заедем. Окей, погнали. Подвеску надо проверить. Дифференциала у нас нету. Полного привода, как я понимаю, у нас тоже нету. Оу, что-то застряло, что ли? Я уже испугался. Давай, ползи, я в тебя верю. Так, ну мне кажется, на подвеске она у нас тут просто на проверке подвески застрянет к хренам на первых камнях. О, советская музычка играет, блин, это жесть, конечно. Но насчет этой музыки я, наверное, на 100% уверен, что она закопирачена, поэтому я звук сделаю намного тише, чем у меня сейчас он. Потому что, ну, иначе сами понимаете. Конечно, музычку эту можно послушать, но ну нафиг. Так, не идет, давайте понижайку. Не идет. Так, дерево есть? Есть. Давай. Что-то фига себе она засела как-то жестко. Давай. Может объехать сможем? О, не, ребят. С подвеской у нас она здесь не справляется, поэтому давайте как-нибудь потихоньку проедемся там рядом и попробуем в горку на ней влететь. Это, наверное, будет ей последнее испытание, потому что если мы залезем в ту грязь, в болото, да, где мы проезжали до этого на кране, мне кажется, она просто не выйдет оттуда. Ну, можно, конечно, проверить, но мне кажется, она даже оттуда не доедет. Вот в чем проблема. Но все равно, ладно, давайте вот по этой дорожке прокатимся со скоростью хорошей. Так, камера у нас, да, от капота. Ну, кстати, неплохо так выглядит, прикольно. Так, тихо, ой, блин, урон от наполучал. Звучок у нее какой-то, что-то от УАЗика или так, что-то необычное, но, в принципе, стандартный какой-то звучок, знаете. Не сильно похож там на ВАЗовский оригинальный. Больше на УАЗик, наверное, похож, только чуть-чуть измененный. А мы его слышали уже 100 раз, так. Давай. Я в тебя верю. У нее нету ничего, кроме переднего привода, поэтому ей очень тяжело сейчас ехать. Я реально в нее верю, что она сможет сюда залететь. Так, нет. Давай. Блин, с разгона не смогли. Обида. Ну,
сильно нагрузил, что ли? О, не-не, пошла, зацепилась. Давай. Давайте на понижайке. Блин, она сразу так скатывается быстро. Ну давай, схватись. А, давайте ее вывезем немножко вперед. Потому что здесь ей вообще текочки вообще не дают проехать никак вообще в ноль. Давай, вот так вот. Давай, аккуратно, ну. Нет, ребят, мне кажется, в горку ей тоже бесполезно пытаться залезть. Как видите, она что-то пытается сделать, но нет. Все попытки тщетны, да. Давайте, асфальтовая дорога. Прокатимся по асфальту, асфальт больше ей подходит. Все-таки дачная машинка такая у нас. О, по асфальту она идет вообще, смотрите, вот это кайф, мягко так идет. Воу, даже дрифтит. Так, давайте боком зайдем сюда. Воу, вот это сейчас эпик был. Это реально сейчас эпик вошли. Ну, давай, вылазь. Ну, во, все, вылезли, отлично. Мне кажется, да, она, смотрите, у нее очень тяжело с проходимостью здесь. Так как она переднеприводная, она у нас просто засаживается везде. Перед легкий, зад мы нагрузили, он тяжелый, и все, вот видите, первый кустик, и любой кустик, и она уже перестает ехать, да. К сожалению, именно так, ой, я хотел в гараж просто зайти. Ой, так, ребят, что у нас по модам? ВАЗ, неплохой мод, но для асфальта и легенькой-легенькой грязи. А кран у нас уже реально... Везде может ехать, много в нем функционала. Кстати, колеса, я не помню, на него можно ставить? Нет, на него только кран можно ставить. В принципе, классные моды. Кран может все поднимать. Давайте, кстати, его заведем еще разок. И попробуем стрелу. А, вот она как выдвигается. Я хотел посмотреть, как она выдвигается. Давайте посмотрим, насколько же она далеко у нас может выдвинуться. Офигеть, ребят! Она реально далеко может выдвинуться. Вау, смотрите. Прикольно. Ладно, ребят, думаю, на этом все у нас. Поэтому, если вам понравилось, конечно же, ставьте большой пальчик вверх. А с вами был Мистер Сафари из Пентайрес. Всем пока.